Блин, там в мангале такую говядину не ели, что она тает во рту. Спасибо. Вот там и хачапури, и как они называются? Нет, тут говядина прям резиновая. Помнишь этот хачапури, как называется? Надо по-мигрельски целиком глотать, а надо завтра будет там работать еще. Слушай, ну не жуй, если мне очень нравится. Ну. Я ей хочу. У меня, ты видишь, у меня калитка, или кто там оттуда кричит. Курник карельский проснулся из недр. Орет, мать, не жри. Мне самому здесь тесно. Это по типу как горшочки ты делаешь. Вот такой у тебя совсем другой. Я в разочаровании. Мне так хотелось, знаешь, кому взять, так съесть, кайфануть. В следующий раз приедем, будем знать, куда идти. Завтра найдем на место. Угу. Где здесь? Вкусно. Нет. Наверное, надо попробовать туда сначала зайти. Сейчас в гостиный двор почему. В гостиный двор? Давай туда завтра с утра зайдем позавтракаем. Мне соусы не нравятся, я не буду майонеза есть, он прям невыносимо тяжелый. Если честно, у меня разочарование. Если рекомендовали это заведение. Представляешь, что уже поставлено, да? Да. Да, вот у меня эта мысль преследует. Думаешь? Угу. Я боюсь. Возможно, вот то кафе, где нам не понравился салат, то может быть и вкусно не были бы. Нет, вот я сомневаюсь. А я почему-то да. Думаешь, там вкусно? А я смотрела, соседний столик кушали. Мне прям показалось, что они, знаешь, не доели не потому, что они наелись, а потому, что, походу, там было есть невозможно. Я еще так хотела спросить, вам что не понравилось? Я промолчала. Это еще не мое дело. Ну что, я селедку доем эту? Вот селедка, честно, неплохая. Салат тоже не ахти, нет? Салат такой, на троечку. Но не может быть так, чтобы в целом городе не было заведения, в котором бы вкусно готовили. Мы только в одном побывали. Помню, мы в Питере тоже заходили сначала в одно, потом в другое, а потом только попалось. Теперь мы уже знаем, что там, куда надо ходить. Да. Теперь мы когда едем, у нас цель сразу туда зайти. Ну там правда вкусно. Причем у меня есть ощущение, что бы ты там ни взял, вот любое по меню, оно будет сногсшибательное, да? Там даже выбирать не надо, просто заказывай, куда глаз твой упал, и ешь, по-любому будет вкусно. А Ивлик не был в Суздале? Надо посмотреть. Будем в этой гостинице, посмотрим, где он там бывал. Может, он здесь что-то переделал? Знаешь, кого вспомнила? Помнишь эту чеховскую, которая говорит, я кофе с утра пила без всякого удовольствия. Вот я сейчас поела и без всякого удовольствия. Не получила я того, чего хотела, к сожалению. Осталось караоке найти и повыть. Под эту рыбу надо было сначала 200 коньяка и под рыбу 150 виски. Нам не надо 902 по 200 и 500. Вот как надо было, знаешь, прямо сразу залпом долбануть, а потом уже есть эту рыбу, иначе все. Ну, честно, вот я первый кусок взяла, и, видимо, я хватанула там, где было недожаренное. А, вот, да, вот так. Угу, спасибо.
Селедочку нам принесли, показали. Из всего селедка самая. Самая более-менее. Ну что, с уксусом? Сейчас попробую, я не знаю. Я надеюсь, что с уксусом. Потом мы привыкли. Угу. О. Вот там уксуса сколько надо. Ну, по крайней мере, я взяла кусочек. Песня такая хорошая, нет? Вторая. Не, обстановка тут мне нравится. Угу. Ну что, обстановка, ничего сказать не могу. Еда только не понравилась. Может, уже тоже, знаешь, про повара. Уставшие. Может. Сейчас уже вот-вот закрытие. Угу. Думать на те, жрите, что дали, уже нет? Уже с закрытыми глазами готовят. Шевырнули мне кусок судака, жри. Я и не смогла. Тоже виновата. Мало пила. Мало что? Мало выпила. Мало выпила. Если учесть, что вообще не выпила, туда мало. Я не знаю, в каком состоянии нужно быть, чтобы пошатать этого судака. Ну, как ты говоришь, 2 по литра и 500. Два по 200 и 500. Нам не надо 900, 2 по 200 и 500. Ну вообще, ну и хрен с ней с этой рыбой. Город-то хороший. Да? Мы сюда приехали за впечатлениями. Если бы мы на улице сидели, то бы не заметила даже, какая там рыба. Почему? Внешний вид же. Пейзаж. Не, вот эту рыбу я бы заметила, что она не ахти. Она, правда, из 10-бальной шкалы на минус 1. Даже насколько я люблю рыбу, она мне прям вообще не понравилась. Судака я не думал, что можно испортить. Ну, испортили? Или я придираюсь? Нет. Не сыроватый. Ну, не сыроватый, он сырой, прям, знаешь, я вот эту тину почувствовала. Когда готовый, на борту. Когда готовый, он белоснежный. Угу. У него никогда нет этого привкуса. Угу. Вот если бы они его подержали на сковородке, прям до золотистого цвета поджарили со всей дури, даже пригорел бы он чуть-чуть, я бы его съела. Он сырой, прям, понимаете, я беру, а там тина воняет. Пожалуйста, до свидания. В общем, мне не повезло. Ты знаешь, я снова не вспоминаю, у меня вот здесь стоит прям. И майонез здесь ничего не в городе. Я думала, что это сметана. Да, нужно посчитать надо. Да. Но мы сейчас в итоге расход нашим. Даже не съели его, потому что он не вкусный. Может, здесь мангальная кухня была хорошая, да, она закрылась перед нашим приходом. А может и нет. Может, нам еще и повезло. Посчитай еще. Закрываются. А уже время, да? Нет, еще час. Мне все-таки кажется, что эта рыба тоже из какого-то контейнера, не из, ну, не вот так, не раз, ну, не как я делаю, да, например. Она неплохая, но она не цельная была. Не бочковая? Нет. Я тебе говорю, у меня кур не корёвок. Может, уже разделанные филешки? Может. Солёные. И тетя Ира привет передает, пламенный. У нас еще пиво пить. Оно отвратительное. Я Виталий взял, я его пробовала, отвратительное. Нормально пиво.
делаешь. Ну все, друзья мои, сегодня у нас не удалось вкусно покушать. Ну, у меня. У тебя было вкусно? Спасибо. А мы карты будем платить. У нас только наличка. Только наличка. Сельдь, мясо, язык, медовуха. Они не включили эту рыбу. Видишь, какие молодцы. Угу. Они нам рыбу не включили. Все, оплачиваем. А сколько? 2 265.